посмотрим эти фигурки, походим. Здесь очень интересный. Здесь все сказки чешские. Вот въезжай в эти ворота, где открытые, туда. Есть русские машины? Нету. Не видим. Берите аппарат, уже будет фотографироваться. Ты знаешь чешский флаг? Ну, конечно.
твоя любимая. А вы не доехали туда, до моей деревни? Ну, мы чуть-чуть не доехали, да? Да-да. Давай. Сейчас. Очень, очень неудобно, да? Поэтому я не могу попасть. Она какая-то шевелится туда-сюда. Да? Ну что, Лен, опять не можешь сделать? Вот именно, вот в том-то и дело. Попадается под руку та, которая не та. Вот, у меня то же самое. То есть третья, вот налево поехали. Чек Репаблик. Ну, до свидания, я еще поднимусь сюда разочек на следующей неделе. 40 минут. 40 минут. Палка. Ну, с перерывами. А, ну, конечно. У меня есть дорога, мне, я взяла однажды гида, заплатила ему, и вот он мне показал. Вот платная стоянка, вот. Которую ты говорил, паркирован плац. Вот она платная, но сейчас, конечно, никого нету. Езжай и стой. А вот это наша кабельная дорога. Вот, они висят. Зависли вообще. Зависли. Да они зависли, потому что никого нет. Нет, нет. Как? Это у них зависает. Да? Перед ними висит. Да. Техника тут не очень. Вот здесь очень красивая аллея. Ну, я вас не повела еще к лошадям. Нет, правда, не надо. Надо было гулять. Ну, это вы представляете. Да. Ой, как я здесь облазала все это. Мы первый раз неправильно пошли. Еле живые с голландцами залезли. Одна тетка у меня ногу сломала. Да ты что? Да. Подколенулась тут? Да, об камень. Там каменные дорожки, но очень красивая дорога. Там один крутой подъем, а потом идешь такой серпантинчик. Ой, какие здесь краски изумительные. Да, красиво. Вот эта аллея очень красивая. Очень красивая. Вот это вот моя любимая аллея. Нет, ну по ней ты что, пешком вот идешь по этой дороге? Вот по этой дороге пешком идешь? Нет, я не туда. Я оттуда уже иду. Сюда я только на машине. Ну да, здесь вроде идти-то не очень. Когда-то ходила тоже пешком, когда не знала дороги. Тоже отсюда перла. Молодец. 10 первые годы я же вообще ничего не знала. Я так как котенок ходила и искала, где что. Вот здесь однажды есть морковка была раньше. Я вырывала морковки и так вкусно ела, прямо очищала и ем. Чистая. Вот здесь были, а лошадей нету. Опа! Ага, вот здесь они пасутся. Так что они, ну и ладно. Хорошо, что я не потащила вас. Вот здесь им еду привозят. И так. Здесь налево. А налево? Вниз, да. Что ли? А направо это гольф. А, мы нет, туда гольф. Не поедем, налево. Ну, если хочешь, просто заедем и обратно. Просто, ну, только не вылази из машины. Вольф? Да. Пожалуйста. Не надо. Хочешь? Я-то нет, я там стараюсь. Я, ну, а ты хочешь, Лен? Нет. Я тоже не хочу. Мы там были сегодня. Вот он рядом, тут 200 метров до туда. Вот я-то хотела вас прогулять. Вот если поставились еще на денечек, в субботу мы пошли. Вот через этот мостик, вот. Вот дорога потрясающая, через все горы вниз к нам. Вот. Так вот гольф. Да нет, это. Ну, слушай, вот мы сюда, вот мы сюда и заехали, сегодня, да. Вот здесь. Вот видишь озеро. Вон оно, озеро. Вот, мы здесь ехали. Ну это не озеро, это лужа. Ну да. Там, ну ладно, едем. Вы там, прям. Вы там внутри были? Нет. Так надо тут. Давай, заезжай. Да? Конечно. Ты что, поля сфотографируешь? Третье в мире место по полям. Вот мы здесь остановились, Сережка сфотографировал озеро и поехали. Нет. Просто мы туда решили туда? Не ехать. Ой, что ты? Там очень красиво. А я удивилась, что вы говорите, это не озеро. Это... Направо здесь. А налево мы тоже можем поехать, но далеко уедем.
направо. Направо. Прамени, ух ты, это вот туда три креста. Ну, Прамени мы ездили. Ну ладно. Мы проезжали Прамени еще в прошлый раз. Ну что, направо едем? Ну, налево, если хочешь, мы уже тогда не попадем в эспланаду. Ну, я не знаю, как давай, хочешь. Давай налево. И мы прогуляемся, там можно встать в одном месте, мы прогуляемся. Давай налево. Мы сверху сразу спустимся в эспланаду, и вы увидите. Там вид потрясающий. Я раньше здесь все, что здесь коротко все. Здесь, по-моему, 4 километра всего. Погода, поэтому я и схватила вас, чтобы сегодня, неизвестно, что завтра будет. Завтра. Ты же говоришь, завтра, завтра солнце 16. У нас написано. Но похоже, что будет. Видишь, какой закат-то, смотри, там все светлое. Тогда горы ты уже осмотрел, Сереженька. Какие горы? Горы Марианских лазней. Ну да. Вот, вот вперед, вперед. О, прекрасно, мы сейчас прекрасно поедем. Папоротник. Угу. Что-то я давно папоротника такого не видел. Ты знаешь, вообще-то в России в 50-е годы природа была тоже очень красивой. Конечно. Но сейчас ужасная. В Подмосковье особенно. Да. В Петербурге нет. А нет, под Питером тоже было очень красиво. Ну, это не русская природа, это финны. Ну, какая разница? Ну, как, это не наша земля. Да. Ну, я имею в виду, на территории России, да, были очень красивые. А вот русская, как, ой, господи, какой Владимир был красивый. Суздаль, боже мой, какая была красота, как сейчас все закакали туристами. Вот этот замок, сейчас его тоже заканчивают. Замок? Тоже замок? Прекрасно, молодцы. О, молодцы. О, молодцы какие. Давай, давай, давай. Очень хорошо мы проехали. Сейчас мы пройдем немножко. Мы здесь слушай, а туда въезд нельзя. Давай, 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 давай. Въезд не, нельзя, запрещен. А это запрещенный раз? Да. Это сквозного нет. Нет. Запрещенный это так. А это нету сквозного. Вообще говоря, это у нас это запрещенное. Ну чуть-чуть, будь добр. Должен быть дальше путь. Была дорога вот здесь, вот дальше направо. Посмотри. Мы ездили. Нет, это значит. Вот. А, нет, 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 нет. Все закрыли они его. А они за этим самым. Вот видишь, вот была туда дальше дорога. Они закрыли сейчас. Ты боишься ввиду оставить здесь машину на 15 минут? А чего, из-за чего? А что нам делать? А мы пешком сейчас пройдем. Куда? Далеко? Чуть-чуть. Нет. А куда? Ну ты боишься или нет? Что такое заказ выступу? Да, а, да. За... Это заказ, это все, да. Вообще даже и все, не только... Пятимся. Угу. Ой, какие они горшки прибегли. Под цветы видишь? А, да въезд, развернись и скажи. Да и разворачивайся. Да. Конечно. Да развернись там, Сережа, не помнишь. Там... Никого нет уже. У них рабочий день давным-давно закончился, полчаса. Они в 4 кончают работу. Вот этот грибок, где мы сидели всегда, они все завалили. Может, перед знаком тогда оставить? Ну, а куда ты пойдешь? Ты, не надо, знаком? Ладно, поехали обратно и пойдем по другой дороге. Все, обратно поехали. Черт не знает, кто здесь, я не знаю, могут украсить машину, что-то. Я не знаю, может быть, там кто-то сидит. Это рядом нам пройти, вот рядом пешком. Если где-то здесь вот оставить машину. Да не, а вы туда хотите идти, вниз, что ли? Туда,